Ну-ка, еще три. Привет, гэмбле. 3,65. Ну-ка, поехали. Либра. Уже весело. Уже веселое начало. Ладно, Либра вроде не так страшно нынче. Да и раньше не было особо страшно вроде. Просто странно на этом. 17 на MLFXQ. Суплекс есть. Не уверен, что стоит его вязать на ХП неизвестном. Так, тебя словить, вот разбить. Ну, что прикольно, либо дает пикапы много. Это приятно. Привет, Ахич. Нет, в этом стрике не было ТМ-тренера пока еще. По-моему, кстати, тринкет не работает, да, это на старте. По-моему, я не получил белое ХП пока еще. Но так это не работает. Надо аккуратно. Счет, наверное, нет. Либо если я ХП найду много сразу. Что-то пока, наверное, нет. Ока. Недоразбил, но плевать. Ученики все сдохли. Принципе, это Беншинг неплохой там. Но могут попасться очень плохие боссы, тем более рано. Потому, наверное, не стоит рисковать, наверное. А, серьезно, я не попал в него. Я себе. Так, я могу быть на пол ХП. Я реально на красного. Сразу похилиться. Ладно, пора суплекс, по-моему, заканчивать использовать. Слишком рискованно. Ну-ка. Удачи, конечно, потом. Не очень, но. Нормально. Свалопение. Свалопение. Вместо Пилсапа. Здравствуй, Уминстер. Спасибо за удачные раны. Обожаю эту руну. Кстати, по-моему, я мог бомбу украсть, да? Правда, не уверен, что это была бы хорошая идея, но, по-моему, тролль-бомбы можно брать в руки этим суплексом. Вроде такое, я помню. Но там, если будет таймер херовый, по-моему, там как раз-таки можно сразу и наебаться. Типа, анимация суплекса пройдет и получишь поебалу. А. А what? Что? А почему? Была анимация суплекса, но не было мухи. What the fuck? Оно не работает? А в смысле? То есть, типа, я могу его украсть, но я не могу его бросить. Бля, какая гениальная дрянь. А как это работает? А, о, подожди, я сейчас получил. What the fuck? А сейчас получилось. Я ничего не понял. Это работает. Ну ладно. Это идеально получилось. Ебать, это идеально получилось. Просто нахуй идеально. Это было просто сексуально. Идеально бомба встала. Так, ну ладно. Я думаю, можно сюда валить. Твин, не хочу. Не хочу. Не хочу рисковать. Так, ХП было до хера, я понял. Видимо, было три красных. Старт.
Твин Тайтан полубесполезный, все-таки, по-моему. Тебе редко прям очень нужны дополнительные босс-айтемы. Это, конечно, и неплохо, но опять же, если там какой-нибудь красный мегамо попадется без статов, это все будет еще, все еще будет грустно, по-моему. Так что такое себе. Кроватка генерится же, по-моему, не от бомб, а от ХП. Я забыл какие там условия, по-моему, там другие условия. На Википедии было это расписано. Так, давайте только сегодня без этого. Без трэпдоров за кнопкой. Было бы классно. Не хочу опять свинквитить. Надо было взорвать секретку перед Жизикаром. Найс, сам получил слово. Легко. Главное, что пауки появляются в месте, где, по-моему, был, да? А не там, где, типа, я его бахнул. Это маленько странно. Привет, Мэтт. Типа игра игнорит, что я его переместил. Привет, Джонтон. Привет, Тедикю, привет, камон. Привет, Лайтович. А! Думал, костер украсть. Привет, Мчазов. Часики. Часики. Северфайтов и все такую музыку слушают классическую. Если ты про Синатру и классику, то это, по-моему, не сильно классическая музыка. У меня Синатра довольно мало, кстати, в плейлисте. У меня раньше, кстати, было много его. Я его в машине слушал много лет. 8 тому назад, наверное. Недавно наткнулся в Spotify, решил болейку добавить. Хотя понятие, конечно, классика сложная. Привет, Микро. Как обычно. Блин, часы или... У меня машина сейчас есть. Сюда. Погоди. Вот тогда я часы с собой возьму, правильно? Подожди, еще я забыл, что, блядь, можно вот так делать. Я зря забыл. Это основная функция этого айтема. Чё это? Тауэр. Хрень. Почти. Чё получилось? Еще раз попробую. Ага. Теперь получилось. То есть я покупаю часики, иду с ними в этом руму и там юзаю таблетку, и тогда я проверю все сразу. Плюс могу забрать синий ХП тоже. Тоже, по-моему, неплохая идея. Не, я никогда не троллю. Тебе кажется. Как свечка с Либрой связана, каким образом? О, full health. Full health, говорите. Full health это может, хотя если пригодится. Значит, черно-желтое это full health. Я, конечно, могу взять на босса Крыктоская, но мне кажется, плевать, наверное. Лобби. Стоп, нет?
Кажется, с Либрой нормально все будет. С Либрой, наоборот, это проще искать, потому что все спидапы, все рейнджапы тоже дают дэмэдж. Ну, я думаю, переживем. Опять дюк душнила. Ну, будь такой душный. Ладно, хоть не зеленый хотя бы еще. Еще более адекватный. Тут не восьмем, потому что он все мухами обосрал. Только не перди. Ага. Либо стало приятнее, но на самом деле я бы не сказал, что прям сильно приятнее. Либо все еще странный майк, который, как правило, не особо нужен в этой жизни. Ладно, я загнал, у меня очень много хп. Наверное, нет. На нас уже нет. Дискетка вторая, наверное. Неплохо. Это неплохо. Список модов 0. На данный момент. Там будет пустой список. R+, ну R+, он как бы установлен, но он не активен. Я там два мода, мод конфиг, то есть не плюс, но они... Включались, когда был пенис? Я даже не помню, когда он был, когда был турнир. С тех пор, по-моему, я их не включал ни один, ни второй мод. И пока я не планирую, вроде. Это рума какое-то время может занять, наверное. Не знаю, я верю в Либру все равно. Не знаю, нахуя я верю в Либру, но я верю в Либру. Надо, чтобы прокляли эти лезвия почаще, чтобы добивать было проще. Во. Вот так надо, чтобы попало. Ладно, одно хп, наверное, я это время прощу, я не хочу ее перепроходить. Она слишком долгая. Кстати, наверное, уже пора выкидывать ринкет. Наверное. Но не особо он нужен. Слушай, у меня full health таблетка. Я могу какого-нибудь мальчика фармить, например. Мне вообще начнет быстро умирать или нет? Или типа... Или мы тут реально на весь день? У меня типа статы вроде не такие плохие. Кстати, они вообще неплохие. Ну типа, у меня может быть два раза хуже статы на Эдене. Я все их не могу убить. Это жест... Потому что эти уебища быстрые, они, блядь, отскакивают тупыми куда. Из-за этого сложности, возможно. Потому что я нихуя не попадаю, блядь, этим долбоебом. Ну типа, статы это далеко не худшие статы, которые могут быть в кейфсах. Вообще не худшие, они бывают гораздо хуже. Теория. Какой-нибудь эксперимент он может обосрать еще в два раза. И Дэну статы. Но я не могу их убить. Я вообще их не могу убить. Уже эти долбоебы улетают на пол нахуй метра. Или, блядь, километра нахуй. Типа я не могу ничего сделать. Вот, блядь, прохнуло лезвие, но не там. Надо, чтобы оно на добивочную прохнуло. Во. Вот так наш прохло. Повезло. Не добил, бля, по-моему, не хватило одной тычки. Это чмо сдохло. Вот, блядь, лезвие, оно мимо полетело, грибы. Во-во-во. Во! Я поймал систему. Чтобы эти уебища быстрыми не душили. Найс. Ну-ка. Ну-ка. Это уже неплохо. Yeah.
Это рил. Ну-ка. Привет, клубник. Так. Таблетки, хорошо. Прыгай сюда куда-нибудь. А! Ладно. Лишнее есть, плевать. Пока что плевать. Близко стою грибом. Два гриба прибыл. Ладно. Что это? А сегодня день рождения. Кто-то с днем рождения вас. Бля, я не хочу становиться больше. Это, по-моему, хуйня какая-то. Как же мало DPS-а. Я был уверен, что его добью. Привет, Бэтмен. Посмотрим. Я пока решил играть с часами вместо свечки, поэтому... Всякое может быть. Опять я решил, что я не хочу играть со свечкой. Это слишком легко. Скучно. Поэтому ран, видимо, будет сейчас 2 часа идти с этой виброй. Посмотрим, может, что-нибудь найдется быстро, приятное. У нас планетарий будет, только на планетарии. Что есть на планетарии хорошего на... На Либру? Ничего? Не помню. Холи Уотер берется по-любому. Холи Уотер тут очень хороший айтем. Вместо свечи, как раз таки, наверное. Окей. Окей. А, планетарий уже прокнул. Приятно. Это приятно. Меркурий, да, наверное, будет самый приятный, да, этому. На Либру. Даже, может быть, Юпитер будет неплохо, хотя это... Блядь, зачем я нажал это сразу? Это говно перепроходить. Скорее всего, Меркурий будет лучше айтем, да. Но, честно говоря, Юпитер, мне кажется, тоже может быть неплохо. Хотя у него странные будут статы, да, наверное. Он, типа, же дает плюс скорости много, когда стоишь на месте. Но когда, типа, передвигаешь, ты теряешь скорость, поэтому... Хуйня получается. Это вообще... никак не будет менять Либру, да? Это просто Нептун. Ну ладно. В принципе, и так нам сойдет. Сойдет. Найс. Просто Холи Уотер хоть помогает немножко. Скёрса еще не проверял. Просто можно будет сходить. Фулл хп у меня в руках. Черно-желтая таблетка фулл хп. Берегу ее, не знаю на какой случай, но на какой-то случай, видимо, берегу. Пусть пока будет. Ладно.
Ну, билд уже стал намного приятнее, на самом деле. Нептун помогает довольно неплохо. Нептун, Холи Уотер. Тоже приятненько. В принципе, да, только если на случай фарма берегу. Потому что я могу спокойно до 0 хп слить красных. С этой таблеткой в руках. Так что да. Или автомат, или какой-нибудь. Бомж на хп. Может пригодиться. Запросто. Чё мне тринкет забавный, но Пандору, конечно, найти это вряд ли у нас получится. Но может быть. Чем тут Пандора может быть? Могла быть. В сундучках. Ну не, я думаю, тринкет на хп я брать уже не буду. У меня уже 7 контейнеров будто слишком много. Зин говно, я просто много денег в него закинул как-то раз. По-моему. Они сегодня с этим делать нечего, да? Прям вообще нечего. Даже сакрумы нет. Вау. Такой вейст. Такой просто вейст. 4 синих хп. Печально. Ну ладно. Ну теперь тут 7. Господи, еще одна кровать, я еще ни одну, по-моему, не проверил в этом ране. Что не было бомб. Это бесплатно. Даже линз заряжать часы. Так, зарядились вон. Так, ну вот, кстати, где я, возможно, могу и пофармить. А, такой фарм будет. Ну ладно, в принципе, тоже фарм. В принципе, тоже фарм. Это мне надоело с этой карты уже. Карты с этой таблеткой ходить. Долго уже ее тащим. Дуалец. Дуаль, это, конечно, это забавное предложение. Опять дуалец. Так, дуалец, и мальчик отдавать отказывается. Вообще, я могу передумать на самом деле. Я, может быть, передумаю, когда хп солью. Все-таки оставлю этот фулл хаус что-нибудь более полезное, чем эту хрень. Мальчик нихуя не дает. Че, я получил? Ключи получил, да? Два ключа получил за фулл хаус. Почти. Ладно, еще ключи получил. Дашь дуалити, а? Нет. Ну и вредный мальчик, конечно. Еще один синий ключ. Why not? Ладно, хер с тобой. Можно еще маленько побиться перед панду. Ну, карта Магишин абсолютно бесполезна, потому что я тем более уже ее просрал, по-моему. Пока тут фармлю. Да, она, в принципе, не особо нужна. Не так сильно она мне помогает. Обычно. Можно проверить, кстати, кроватку, наверное. Ладно. Тоже, видимо, ладно. Еще один ключ. Это сидит про ключи. А нахуя я тут-то нажал, господи, я троллю. Ладно, заряжу. Тут же рума вон есть интересная. Тут секретка, скорее всего. Я думаю, там секретка, кстати, на самом деле. Возможно. Вообще, я не помню, что там было в другой руме перед ней. В целом, ничего страшного. Тинхер, две руны заряд.
Ты будешь кидать, когда мне это надо, мистер зеленый долбоёб. Этого делать не будет, я понял. Ты серьёзно? Там точно нет или просто... Долбоёб криворуки. Ты можешь кинуть, сука? Нормально. Там, скорее всего, нет. Член с ним. С другой стороны, тоже может быть, да. Нет, не может быть. О! Статы! Это статы. Либра момент. Белый ваш. Бедность. Вау. Был близко. Уже дергай. Это здесь. Что и требовалось доказать, что это здесь. Так. Заряжено. Я не хочу еще шоссвидап, наверное. Lock down. А ну, охуеть теперь. Спасибо, не хочу я двойной локдаун. Я могу, наверное, пойти уже почекать кровать. Что-то спидап не работает на либру. Мистер Немрок. Вот еще один фулл хаус. Ну да, это очевидно. Кровать всегда почти есть. Этого мальчика фармит. Там, блядь, ебаная дуалити, которая мне даже вроде не надо. Full health, а я больше не юзал таблетки, я юзал шот спидап до этого. Там full health уже не будет. Я точно ел шот спидап после full health уже. Так что это уже поздно. А, вот еще один full health. Окей. Okay. Спира на S3, когда оно выйдет, наверное. Возможно. Зачем это играть до релиза? Dreamcatcher уже полубесполезно этому. Call Space, я еще вернусь. О, вот это было выгодно. Это локдаун, я же ее ел. Бело-голубая хуевая таблетка. Так, я не ел, да, эту бело-желтую. Бело-желтую не ел. Так, а планетария уже не будет. У меня уже был планетарий, ты о чем? Кстати, подожди. Душа Самсон, это ж мем, да? Это ж мем на Либру. Ну, вроде должен быть. Хотя, не факт. Возможно, только на Самсоне, на... Норм Самсоне так работает. Но, скорее всего, и так должно сработать, если получится. Это ж не минус рейндж. Это не минус рейндж, окей. Что дает просто эффект, как будто ты Самсон в берсерке бегать. И с Либрой там забавная интеракция. С Либрой там очень сильно растет дэмэдж, почти без ограничения.
Да, как Тенни Самсон. Я говорю, как Т. Самсон. Короче, тентит. Так, короче, надо оставить full health здесь. Поюзать это перед уходом. С это... А хотя нет, я потеряю все равно, тогда не успею зарядить. Ладно, видимо, похуй на full health. Все-таки будем мемы делать. Будем мемы мемить. Сила подскочила. Уже конченый босс. Этим инвенсибилити. Это рейндж. Еще дэмэдж. Это бессмертие. Это бессмертие. Бессмертие лучше меча. В аркаде ничего не было интересного. Чтоб там что-то фармить. Так, давайте. Душа Самсона. Хуёвая руна для души Самсона. Плохо. Так точно никак не получится. Ну да. Ладно, пух. Надо было нормальную руму искать, а не эту залупу пропить. Ну вообще... Ну да, я могу вот так сделать. Я ж не зря взял хэббит, правильно? Там же тупик был, да? Или там не был тупик? Что-то я даже не понял особо. Или там тупик или нет. А может есть на этом этаже рок-ботом, но теперь уже поздно был. Теперь уже все равно поздно. Теперь уже поражал. Ну вот типа вот что делает эта хуйня. Вам было интересно. 30 дэмэдж уже нахуярил. А если я нажму часы, у меня будет снова берсерк или нет? Да. Гениально. Смысла никакого, правда, в этом нет, по-моему, ладно. Сейчас роботом явно будет. Это вроде очевидно. Здесь? Ладно, может не будет. Или будет? Тут тролл есть. PB personal best. Типа лучший результат. Так. Так, 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 так. Это можно все порулить. Деньги и есть. Могу себе позволить. А этому руму я не видел. Керси была какая-то вроде херня. Здравствуй, Оксиджен. По говну прошелся. Буду клевать. Там хп, по-моему, миллион, да, по-моему, лишнего. О, дюкошная. Правда, смысла мало, наверное, в ней. Все равно. Никак не смогу поломать за одну руму. Дюкошная довольно слабенькая. Ну, будет букворм хотя бы, наверное. А, да? Ну-ка. Неплохой лимигетон. Довольно удачный, я бы сказал. Довольно удачный лимигетон. Может, даже я его дотащу, возможно. Шанс всегда есть. Ну, в принципе, вот тут уже, наверное, можно заканчивать постепенно. Так, тут тоже можно это паролить. Я муху брать не буду, наверное. Зачем она мне? БТВ такая рума раньше могла быть на первом этаже, да, ведь? Прям ровно с этим лейаутом. На первом этаже. Теперь она в депсах один. Забавный факт. Уж я помню, там были лейауты и с Супер Прайдом, где
было, блядь, три блока с шипами и супер прайд. Лейауты просто охуительные были. И это все могло быть на первом этаже. Не-не-не, я помню, именно шипами, я помню, что, по-моему, ловил в первой главе такие румы. По-моему, и шипами были тоже. Да без шипов у меня был супер энви даже в ране, в котором я VR слил. В Afterbirth Plus, это я тоже помню. Так, ладно, давайте ролить, короче. Бэбиком, скорее всего, нет, наверное. У тебя же, когда брим, ты же там бриом не стреляешь. Просто будет большая следа, наверное. Нет, я с собой заберу свои часы, потому что часы — это бессмертие. Мне очень нравится концепция бессмертия на стрике. Почему-то. Не знаю, почему. Звучит довольно приятно, когда вы не можете умереть. Вроде довольно полезно. Так, там, кстати, еще в магазе были два этому, которые тоже поролились. И висп, да, висп тоже я могу, скорее всего, в живых оставлять. Так, это башка синяя меня однажды подставила, ну ладно. Просто не бери эпикаки, нормально будут. Но реально, эта синяя башка чуть стрик этот мне не слила. Тогда на звере на эпикак ранее. Очень странно. Опасно этом. Что делает? Она стреляет твоими слезами. По сути. Но у меня был эпикак. У меня был бримстоун. То есть у меня как бы не было эпикака. Формально. Но эта хуета постоянно... Типа стреляла эпикаком обычным. И потому это было очень сложно доджить. Там, где осколки особенно. Как говорил. То есть, как бы, у меня не было эпикака, но при этом у меня был эпикак из жопы. Это синие башки. Я там чуть не зафидел, потому что... Во-первых, долго думал, почему так происходило. А во-вторых, когда понял, что я вообще не могу ничего там делать, потому что... Вечно в эти осколки... Попадаешь. Ладно, одно хп я могу слить. Похуй. Так, куда мы вообще шли-то? А, шли мы на Blue Web, окей. Читал новость, что аудио выкипал забер. Я сейчас мало что читаю. Может, не видел такого. Там что-то, да, там какие-то мутки пошли, по-моему, уже. Это я тоже, по-моему, не хочу фармить. Все сохраняет статусы, типа Гапи, БВ и прочее. Заходишь в руму, подбираешь две книжки, и через часы подбираешь еще раз, тогда пробкает букворм. Нет. Ты просто откатываешься на руму назад, и там эффекты не сохраняются. Если ты подобрал руму... Ну, если ты подобрал букворм... В руме до румы, до которой ты откатился, у тебя не будет там никакого букворма. Потому получается, да, она все откатывает, все статусы. Там ломать можно только через всякие батарейки, и ломать можно только всякие... Типа можно пауков много фармить, можно всяких блёбиков фармить бесконечно. Через батарейку. Бесконечный юз, типа, батарейки. Кстати, я, возможно, могу фармить висп, кстати. Я сейчас подумал. Подождите. Почему я получил дэмэдж только что? А, потому что я взял смору. Так, не, момент. Типа, мне нужно где-то ударяться в двух румах подряд, да? Чтобы это сработало. Либо просто в кёрсе, возможно. Типа хоп. А нахуй я это делал, подожди. Типа так. Возможно, я буду диплить висплеси секшена. А нет, нихуя подобного. Видимо, надо было, чтобы я получил, да, висп в этой руме. Тогда бы это, может быть, так сработало.
Тогда, возможно, он бы, да, мультиплицировался, возможно. Ну, короче, да. Типа, если бы я лемигетон юзал здесь же, то, возможно, мне сейчас виспы бы плодились. А, еще одна люкошная. Тоже бесполезная. Смолрок, да, сейчас вроде в плюс дает. Книги все перетрогал, вообще не все, там еще много осталось. Копии секс, кстати, я не помню, как работает сексшн, если делать их много. Возможно, и никак, да. Очень даже возможно, что и никак оно и не работает. Так что, в принципе, плевать. Experimental pill. Окей. Это хорошо вроде. Это вроде хорошо. Это вроде удачно прокнуло. Какой приятный автомат. Офигеть. А чё он такой приятный? Там бомба. Дайте бомбу. Там же был Shot Speed Down, Тирзап. Shot Speed никак не влияет на Либру. Там была не скорость, а скорость слез. Сюда. Сюда. Ну, короче... Надо не терять сис экшен, но я его никак не потеряю, потому что у меня часы, правильно. Часы и хэббит. Типа с сис экшеном, я думаю, нормально все будет у нас. Уже до конца рано хоть так. Либра дотащила. Ну, по-моему, без либра было бы все нормально, наверное. Потому что у меня тогда была бы свечка синяя. И свечка, скорее всего, все еще была более адекватным решением, наверное. Я решил, что я так справлюсь. Свечка типа слишком скучно с ней играть. Свечка и так сейчас всю еще игру проходит вообще без айтемов. Где-то это 1 хп. Возможно, могу себе такое позволить. Буша. Арт дал меньше, чем без либры. А я не видел, сколько я получил с Хейлом. Мне кажется, я должен получить больше, потому что там типа же и скорость, и рейндж, и тирейт, и все, типа, дэмэдж так или иначе конвертируется. Так что может быть и больше. На хаша? А, да, у меня же тринкет есть. Да не, вряд ли. Не сказал, что все после реберса оказывается, потому что реберс был очень кривой игрой. Очень пустой, по сравнению. Даже с тем же даже автоберс плюсом. Тем более, опять же, есть же всякие телосты есть, те якобы есть. Телозари. Типа, если кому-то не хватает сложности в этой игре. Типа от того, что в игре куча кривых рун было с инвидабл дэмэджем, это, конечно, делает игру сложнее, но это не делает ее лучше. Это очень разные вещи. Типа эта игра просто намного более честная, чем Rebirth тот же. И даже Afterbirth Plus. Хотя Afterbirth Plus уже был типа более адекватной игрой, чем Rebirth. Привет, Лоски. Ничего не дал он. Возможно.
Да, уже может быть много тиры. Не пробило какой-нибудь порог. Или как это либра там работает, я уже забыл. А, вот да, скорее всего уже терскап, наверное. Вероятно. Поэтому мне ничего не дали. Не. Бомбу жалко. А, я потерялся, знаешь, я не увидел. Блять. Где я потерял его? Бля. В другой руме. Я не увидел вовремя, да. Ну ладно. В принципе, плевать. Я не смотрел на игру. Я только по звуку понял, что типа что-то не то. Там уже стало звук Т0 прокать стал. Я вообще не стрелный персонаж. Ну, уже играешь на автопилоте. Ну, кстати, по факту я бы сказал, что это прям сильно изменилось. GPS. Вроде все еще нормально. Вообще кто-нибудь найти пирсов на дьяволе, может. Будет неплохо. Ладно, стало меньше GPS. Но все еще неплохо. Все еще играбельно, поэтому на солнце. Дефест. И Нептун, я его просто не использую. А, затылка не прокнула. Серьезно. А я могу вернуться часами. А я же могу, да, вернуться часами. Только я могу почекать только сундуки. Я не могу никуда заходить здесь. А тут еще и блайнд. Вообще ахуй. Это опять ничего не даст, потому что да. Гениально. Гениально. Ну ладно. Нет, хаша я бить, конечно, не пойду. Это слишком долго и бессмысленно. Полетели? Все еще мечтаю о Пандоре. О Пандоре коробке. Зародыш проебан. Я на еды не смотрел. Когда он на этом потерял. Это был Лемигетон. Это не был айтем. Привет, Фингер. Хватает вроде. Ну, просто Нептун нормально прокати. В принципе, нормально. Пальцем маленько больнее, чем это был Сесекшн. Опять держи. Так, давай что-нибудь на либру. Под конец. Что-нибудь веселое. Раз, два, три, четыре. Ебать весело. Ебать реально весело. Все, мне больше ничего не надо, спасибо. Пойдет. Пойдет. Что, буду тупики тупо доджить. Наверное. О, кстати, я мог с этой с батарейкой, возможно, эту муху делать. Муха пауков, но уже вроде плевать.
Что я отставил? Как же фрукткейк билд перевернул? Хрень. Жесть. А, такую я ел, да? Я уже забыл. Ладно. Тут уже можно увеличиться. Долговато, но со свечкой было бы, конечно, быстрее, ну. Но скучнее, поэтому нормально. 365. Дней в году. ГГ.